Итак, друзья, гаражный тест вот такого вот компьютера Turbo с золотым 286 процессором в корпусе крокодил, но, увы, верхняя крышка утеряна. Включаем и смотрим на монитор. Так, видеокарта, тест памяти, ну памяти 640 только, стандартный 286 без расширений. Все, вот загрузилось все, игрушек, к сожалению, нет. Только Turbo Pascal стоит, и все, больше ничего. Какие-то программки написаны, но их я сотру. Они не нужны никому. Так, ну и экспресс-обзорчик вот такой. Диск Seagate 225. С родным контроллером, со штатным, как все положено было. Вот шильдик. И вот вверх ногами тут. Видеокарта стандартная. Небрежная. Но я вставил ту карту, которую вы видели. Батареечка вот какая. Так что не беспокойтесь о стандартной штатной батарейке. И дисковод один. Ну и вот эту запись я не могу обойти мимо. American Research Corporation Made in Taiwan Rock. Ну и дата выпуска не повредит. Ну и в заключение для ценителей старой техники покажу, с какой клавиатурой и мышкой проводилось включение этого компьютера Turbo 12. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.